Рэй, огромная восточноевропейская овчарка, на прогулке. Сегодня у нас 2 июня, 24-й год, город Одесса. А это вот справа Айрочка, лабрадор шоколадный, да, это Айрочка. А там вот сзади это Деса и Дея. Они все друзья. Друг друга давно знают, любят, уважают. Это маленькая такая у них коалиция. Когда они гуляют на площадке, то больше никто на площадку не заходит. Ну, там девочек еще не допускают. А вот с мальчиками Рэй разбирается тут же. Да, Рэюшка? Ты мальчиков не допускаешь. Это не твоя стихия. Он очень большой, строгий. Вот, не дает мне снять его. Это Айр. Она всегда улыбается, довольна жизнью. Вот это вот Деса лежит, наблюдает молодая немецкая овчарка. И Дея, уже возрастная. А Рэюшка, он как щит. Он от всех их защищает. Это его гарем. Побежала, побежала. Все. Вот и Хендлер. Евгений. Хендлер. Сейчас он будет им кидать апортировочный предмет. И вот первый, кто достанет его, тому он и достанется. Мне кажется, они не сильно и заинтересованы в этом. Да, Рэюшка? Так вот они проводят вечера, летние, сегодня 2 июня, в Одессе тепло достаточно, днем было где-то 25, небольшой ветер. Вот. Сейчас пока эти собаки на площадке, больше никто не заходит, потому что Рэюшка, он не допускает присутствия других кобелей. Он очень сильный, большой, грозный. Поэтому больше никто не посещает это место, пока гуляет Рэй. Айра, Деса, Рэй, Дея и Хендлер и Евгений. Деса выленила, потому что жарко. Давай, давай. Вот их как много. Их очень много. 4 собаки, это много. Ты плюнул? Ты плюнул? Дай. Нет, он не даст. Шишку свою он не даст. У Рэя шишка во рту, и он ее не отдаст никому. Сейчас они будут разбираться, чья шишка. А Рэй свою шишку нашел и охраняет ее. Потому что шишка только его. Ну, он может, конечно, и забрать еще чью-то шишку. Вот команда какая лихая. У Рэюшки никто не заберет шишку. Никто. Побежали. Он еще может забрать ее у других. Не, не успел. Кто-то схватил первый. Это больше, чем Женя весит, Рэй. Тяжелая собака, конечно. Тяжелая. Барабака. Собака-барабака. Рэй собака-барабака. Любит он, когда его гладят. А все остальные смотрят и радуются за него. Где? Вот так вот. Проводят вечера вместе. Вот эта вот дружная компания.